Вот с такого видео, быстро разлетевшегося в рязанских соцсетях, стартовал этот огненный вечер. С небольшой задержкой в самых разных концах города загорелись сразу три дома. Эстафету пожара в районе Нити подхватило нежилое помещение в Северном переулке. Именно туда направили 6 боевых расчетов, а потом пришла очередь улицы Советской. Сообщение о пожаре в частном доме на улице Советской города Рязани поступило 30 ноября в 0 часов 33 минуты. К месту были направлены подразделения пожарной охраны города Рязани. В час 25 минут пожар удалось локализовать, в час 54 ликвидировать. В тушении пожара участвовало 13 человек личного состава государственной противопожарной службы. Привлекалось 3 пожарных автомобиля. Несмотря на оперативность пожарных, трагедии избежать не удалось. На месте очага обнаружили погибшую женщину 1931 года рождения. Причину возгорания эксперты, конечно, установят, но чаще всего она бытовая. Поэтому сотрудники управления МЧС по Рязанской области выступили со специальным обращением. Главное управление МЧС России по Рязанской области обращается ко всем жителям региона с просьбой строго соблюдать правила использования электронагревательных приборов. При использовании печей провести их подготовку. Это основной этап подготовки, это чистка дымохода, использование притопочного листа, а также не оставлять печи без присмотра. Особое внимание пожарные просят уделить электропроводке и просят не перегружать ее приборами повышенной мощности, иначе любая неисправность станет первым шагом к вот такой огненной эстафете, от которой к трагедии рукой подать. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».